Валить. Фу, набора есть. Набора есть, это ужас. Сейчас пойдем погулять. Пойдем прогуляемся, жирально подрусь. Надо пройтись. Я съела больше. Кстати, так. А вы мне пишите. Вы мне пишете, что я могу. Я вообще как фирмовочка. Я сегодня вообще ничего не ела. А я хорошо позавтракала. Фух, спадела. Кондиционера нету. Фух, приехали. Нифига нету. Даже если ей что-то не нравится. А ты сразу? Все сидят. Тембр голоса меняем. Мы, короче, на Брандербургские ворота едем. Наелись, сейчас едем на Брандербургские ворота. Объелись. Сейчас покажу. Обжираешь. Еще и собой, да. Сначала. А о, у нас такая жара. Гуляем. Отлично. Такая вечерняя красота. Вечерний Берлин, Брандербургские вот ворота. Подождите, ну как это? Или ты еще хочешь что-то сделать? Он не дает мне. Смотри, пожалуйста. Это красивое, очень красивое место. Красиво еще в Потсдаме. Не ездили в Сан-Суси? Сан-Суси, Бабельсхоф. Между прочим, в Бабельсхофе, в дворце, я не помню, когда, не в августе, а в сентябре, там устраиваются костюмированные маскарады. Ага. Одеваются вот так старинные в эти времена, средние. Да, мне говорили, что там есть. Надо будет поехать, пока летаются. У меня каждые 3 месяца. Любимый Берлин. Такая вечерняя прогулочка. Погода супер, да, погода просто замечательная. Вам повезло. Завтра будет дождь. Но нас завтра не будет. Нам бы в Праге не шибко хотелось дождя. Ну да. У нас воскресенье, по прогнозу дождь. Нам надо хлеб купить для чая. Хлеб? Ну для чая. Ты не хочешь видео с чайком? Нет, я чаю послышу. А, в Праге? Ну, конечно. Я просто не, я тоже, мне послышалось чай. Хлеб для чая. Мне, кстати, тоже чай послышался. Да? Хлеб к чаю. Думаю, сейчас еще. А что здесь, Кая, не знаешь? Где? Там парк. А, вон то. Там постоянно какие-то эти, то соревнования. Да. Там а постоянно. Там впереди Стелла Победы. Да. У меня на видео есть, кстати, она. Ну, красиво, чистенько все, мне нравится. Ну сюда надо ехать, ну хотя бы на 3-2 дня. Ну, окей, ну да, за один день тут. Нет, 2 дня тоже мало. 3-4 дня надо. Да. Чтобы размеренно так. Вы не любите рано вставать. Ну да. Не, ну если надо. Ну что-то может каждый день в 7 часов в 8 вставать. Если рано встаешь, знаешь. Садики школу отдавали чисто за 1 евро ГМБХ. Чтобы этот, ну, как бы запустить экономику города. Я вот только выбил школу. Ты прислушиваешься, что там говорят. Смотрите, какая я низкая. Посмотрите. А я вообще не... Сейчас там люди в нас, извините. Вообще.
Я уже спалилась немножко. Ничего страшного. Хорошо, ты спалилась. Я ж так делала. Я просто слышала. Тюлевочка, вот напишите, вообще худенькие. Ой, очень, особенно. Ну, по сравнению со мной. Слышала, что они говорят на русском, поэтому я так им сказала. Ну, видите, отреагировали. Адекватно. Да. А там он чувак деревянный. А тут, кстати, часто. Тут, когда у меня часто на русском. Ну, говорит, ничего страшного. Сейчас куда-то сойдем. Хорошо, когда есть адекватные люди, скажи. Ну, да. Вот это вот интересно, здесь как раз статьи в газете о том, как эту стену убирали. Вот тут можно... Ну и, между прочим, этот, как его, Кеннеди был почетный гость. Такая история. Там ничего не написано. Так, сейчас покажем. Статуя. Подожди, без очков? По его великие планы. Сейчас посмотрим. А, тут маленький человек. Под открытым небом. Под открытым небом. Аня, у тебя руки не болят? Мне тяжело снимать, если я снимаю на фронтальную камеру. Ага. А если вот так где-то на 18 снимаю, то ну, так, да. Ну так скажи, удобнее как-то. Конечно. Надо нам тоже такую палку покупать, видите? В Сатурне. Ну, у нас я не видела. Я тебе сказала, есть вот это сейчас от Хемы. Она сама по себе, он крутится, ты стоишь, да, он крутится. Да, как штатив. На 360 градусов. Да, он как штатив тоже. Это под тоже. Телефон или под камеру? Он под телефон. Хема это фирма. Ну вот эта фирма, что у меня палка. Вон, видишь, вот про этих вот всех, кто прыгал, все, кто пытались перепрыгнуть через эту. Ну их 1000 человек. Сейчас разверну камеру, вам покажу немного ночной Берлин. קטן לא הייתי מפליל את זה, הייתי אומר כבר להסיר. גדול לא נעדים את זה. אתה עדיין Даже когда в следующий раз, например, запланируют только Берлин, надо заказать подъем туда наверх, на эту, на купол. Это бесплатно, просто нужно заранее записаться. На экскурсии. Не на экскурсии, ты просто поднимаешься туда. Вот так немного ночного Берлина. Кто? Что это за автомат? Похож на... Где ты автомат? Как у нас Роганская вода. Поняла? А, как? Этот. Я думала, что там полицейский сидит. А, да, кстати, похоже. Ой, я думала. Я уже плохое подумала, честно. Что ты подумала? На автомат. На автомат для воды. Я тут для воды. Похоже. Ну. Не-не, я про воду. Ну как, понравился тебе этот Берлин? Очень, на первый взгляд. Ну, центр красивый. Мне, вот мне именно нравится, что тут много таких исторических сайтов. У меня, например, на работе почему-то всем нравится Гамбург. Я Гамбург, ну не то, что терпеть не могу. Туда можно съездить, на Рапербен погулять. Это ж каждому. А так, сам Гамбург. А Берлин, вот, это мое. Я могу сюда приезжать каждый день.
всегда отели дешевые. Сейчас вот было из-за футбола, было вообще. Подорожание. Если раньше за 20 евро можно было ночь снять, то во время футбола было 127 евро. Хостели, mm-hmm. ночь на одного. То есть койко-место. Ну, не да. отель, а койко-место. Красота такая. Отлично, погуляли. Фу, платье все мокрое, все спарилось. Жарко, да? Ну душно, да? Ну так, движение после роллов. Да. После пива. Слава Богу, встретились. Так неожиданно. Да, решили все свои недопонимания. Ну да. Вернее, одно. Ну да. Да. Я по Берлину пешком. А вы хотите, пишите гадости, хотите, не пишите. Уже, мы уже прочитали, как вы написали. Взгляды у друзей недоброжелательные или какие-то недовольные, люди, морды. Ой, люди ехали на поезде, дорога не близкая. С самого утра подустали чуть-чуть все-таки? Машенька. Александр Плац. Где? А ты знаешь, когда солнце да. на шаре башни высвечивается крест. Крест, да? И берлинцы шутят, что это... Проклятие папы римского коммуниста ага. восточного Берлина. Ну, да. А когда на шаре поднимаешься, прям это все так близко. Так что не я... пишите чушь. Мы радостные, довольные. Если вам там что-то показалось, это ваше. Не, ну люди реально на поезде ехали. Я вообще вот этого не понимаю. Дорога, она всегда утомляет. Любая причем. Да. Хоть ты за рулем, хоть ты не за рулем, неважно. Да, я за рулем на поезде, да. без разницы. Еще полночи не спали. Ну вот, я же говорю. Ой. Тут река. Река Шпре. Если правильно назвал. И не переживай. Мы тут, помнишь, пароходом плыли? А, красиво, да. Да. Сейчас разверну камеру, вам покажу. Башня Александерплац. Народа много. Кто помнит, мы тут на пароходике плыли по этой реке. Это Шпре? Да. Вот видишь, с какого там года и до 2024. Комары? Аню комары кусают. У тебя нет? Вроде нет. Кровь невкусная. Невкусная. Ну, у вас это случилось третий раз. А, попадаешь, да? А ты видела уже такое? Не, я тут вечером не была, я только днем. Смотрите, конечно, приезжают. Ну, туристов полно. Да, тут туристические места. Alle zu gewährleisten. Nach den Erfahrungen aus der Weimarer Republik, der ersten deutschen Demokratie und der Herrschaft des Nationalsozialismus erarbeiten Politiker und Politikerinnen in den westlichen Besatzungszonen ab 1948 das Grundgesetz. Die Erfahrungen aus der Diktatur prägen die Debatten. Das Grundgesetz legt fest,
dass alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Es gilt Gewaltenteilung. Gerichte und Medien sollen unabhängig sein. Der Deutsche Bundestag wird alle 4 Jahre gewählt. Im Parlament ringen die Abgeordneten um einen bestmöglichen Kompromiss. Die Entscheidungsfindung verläuft demokratisch. Am Ende entscheidet die Mehrheit. Was ein politisches System als Demokratie qualifiziert, ist nicht die Existenz einer Regierung, sondern die Existenz eines Parlaments und seine gefestigte Rolle im Verfassungsgefüge wie in der politischen Realität. Hier schlägt das Herz der Demokratie oder es schlägt nicht. Das Parlament ist im Übrigen nicht Vollzugsorgan der Bundesregierung, sondern umgekehrt sein Auftraggeber. Mai 1945. Der Zweite Weltkrieg ist vorüber. Die Alliierten, USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion haben das nationalsozialistische Deutschland besiegt. Der 8. Mai ist ein Tag der Befreiung, insbesondere für alle, die unter der NS-Herrschaft gelitten haben. Das Land liegt in Trümmern und hat keine Regierung mehr. Die Alliierten teilen Deutschland in 4 Besatzungszonen auf. Der Westen Deutschlands wird von Großbritannien, Frankreich und den USA besetzt. Alle 3 sind demokratische Staaten. Der östliche Teil wird von der Sowjetunion kontrolliert und gerät unter kommunistische Vorherrschaft. Auch Berlin wird in 4 Besatzungszonen aufgeteilt. Die Kriegsallianz gegen das nationalsozialistische Deutschland bricht schon bald wieder auseinander. Am 5. Juni 1947 kündigen die USA mit dem Marshallplan ein Wiederaufbauprogramm für Europa an. Die Sowjetunion empfindet das als Bedrohung für ihren Einflussbereich und lehnt den Plan ab. Ein Jahr später, am 20. Juni 1948, wird in den 3 westlich besetzten Zonen die D-Mark eingeführt. Спасибо, что приехали. Отлично, время провели. Хорошо, хорошо погуляли. Душно в метро. Мы приехали на Александр Плац, погуляли тут немного по вечернему Александру Плац. Очень красивый вообще город, впечатление. Я иду спать, иду домой отдыхать. Девочки едут. А мы едем завидуем белой зависть. Да. Все, вот так. Всем пока. Мы спать будем завтра, прости. Ставьте лайк, подписывайтесь. Не забывайте. На девочек тоже. Аня, Настя, лайк.